には便利にしてください。波に待ちました。We do not believe that it is treated. Рассчитываем, что Токио проявит должности транспарентности. The results of what they tell me is that each tank is quite different. Харуо Оно занят работой на своей лодке. Он рыбак, родился и вырос в Фукусиме. Впервые он вышел в море в 15 лет, и с тех пор рыболовство для него основной и единственный источник дохода. Воды Тихого океана у восточного побережья Японии богаты морской флорой и фауной и служат источником около 200 разновидностей рыбы и моллюсков. В прошлом Харуо Оно выходил в море на своей лодке более 300 дней в году, но теперь это не более чем 120 дней. Цурисихама – крупный рыболовный порт на северо-востоке Японии. В 50 километрах к югу находится атомная электростанция Фукусима-Даити. 12 лет назад, днем 11 марта 2011 года, у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Это вызвало мощное цунами, которое нанесло катастрофический ущерб префектурам Иваты, Мияги и Фукусима. В результате катастрофы погибло много людей. Харуо Оно никогда не сможет забыть боль того дня, когда он видел брата в последний раз. Но дальше было еще хуже. Расположенная рядом атомная электростанция Фукусима-Даити получила катастрофические повреждения. На ней началась утечка радиации. 4 ядерных реактора станции были разрушены. В 3 из них произошло расплавление активной зоны. После катастрофы на АЭС Фукусима на местном уровне был введен запрет на рыболовство. Харуо Оно лишился средств к существованию. Чтобы свести концы с концами, он и его семья были вынуждены перебиваться случайными заработками. В конце концов, в первой половине 2012 года ограниченный промысел на пробной основе у берегов Фукусимы был разрешен. В прибрежных водах позволили добывать небольшое количество рыбы, но перед продажей она должна была пройти строгую проверку. Тем временем на атомной электростанции в реакторы для охлаждения поврежденных активных зон закачивалась морская вода. Вместе с грунтовыми водами и дождевой водой, просачивающейся в здание реакторов, она накапливалась, со временем сформировав огромный объем загрязненных сточных вод. Токийская электроэнергетическая компания, которая управляет атомной электростанцией Фукусима, хранит загрязненные сточные воды в более чем 1000 гигантских резервуарах общей вместимостью 1,37 миллиона тонн. Стоящие рядом с руинами завода, они яркое напоминание о ядерной катастрофе. Со временем рыболовный промысел в регионе постепенно возобновился. Однако уловы сегодня составляют лишь 20% от того, что было до катастрофы на Фукусиме. Затем, 13 апреля 2021 года, к ужасу местных рыбаков, японское правительство одобрило решение, согласно которому загрязненные сточные воды с атомной станции после фильтрации и разбавления будут сбрасываться в море. Решение правительства сбросить загрязненные воды в море вызвало немедленную и гневную реакцию местных жителей. Толпы людей собрались у зданий местных органов власти, требуя альтернативного решения проблемы. План японского правительства также вызвал огромную озабоченность в соседних странах. Фукусима 원전 오염수 해양 방출 결정에 대해 강한 유감을 표하며
15 апреля 2021 года вопрос в ходе пресс-конференции затронул и Гарри Рок, официальный представитель президента Филиппин. First principle is that we are one ecosystem. Second principle is that we are interconnected. And the third principle is that the polluter must pay. В тот же день группа экспертов ООН по правам человека выразила глубокое сожаление в связи с решением Японии. Они заявили, что сброс загрязненных вод с поврежденной атомной электростанции Фукусима в океан может повлиять на миллионы жизней и источники средств к существованию в Тихоокеанском регионе. Несмотря на все возражения, правительство Японии 13 января объявило, что оно не откажется от ранее принятого решения и начнет сбрасывать загрязненные воды в море весной или летом этого года. Всего же этот процесс может длиться до 30 лет. По оценкам, к февралю 2023 года на атомной электростанции Фукусима хранилось 1,32 миллиона тонн загрязненных вод, которых достаточно, чтобы заполнить 500 плавательных бассейнов олимпийского формата. Более того, для охлаждения реакторов станции по-прежнему используется новая вода, из-за этого объем загрязненных сточных вод растет со скоростью 140 тонн в день. Рыбаки, подобные Харуо Оно, не единственные, кто обеспокоен решением японского правительства о сбросе загрязненных вод в море. Их озабоченность разделяет и вся местная рыбная промышленность. それがですね、増えるんじゃないと逆に下がっちゃう可能性もあるんじゃないかっていう懸念はあります。要するに風評とか福島県産に対する安心っていう部分でなかなか担保できないとか、そういうふうに思われる方が大勢いらっしゃいますと、なかなか我々もこう流通させるのが難しいかなと思ってます。 12 лет назад рыбный рынок Онахама был разрушен во время цунами. На этом участке построили новое помещение рынка. Людей беспокоит не сам отток воды, а содержащиеся в ней радиоактивные вещества. Поэтому широкие опасения общественности сосредоточены на том, какова процедура очистки загрязненных вод и насколько они станут после этого безопасны. Чтобы соответствовать нормативным стандартам по сбросу, токийская электроэнергетическая компания для очистки загрязненных вод использует передовую систему обработки жидкостей. Хотя компания утверждает, что система удаляет из воды большую часть радиоактивных изотопов, она признает, что радиоактивный тритий не удаляется. При этом компания пообещала снизить концентрацию трития до 1/40 от той, которая разрешена государственными стандартами безопасности. Однако токийская электроэнергетическая компания обвиняется в фальсификации данных и сокрытии проблем безопасности на АЭС Фукусима, и это ставит под серьезное сомнение безопасность очищенной воды, которую планируют сбрасывать в море. ある程度は取り除くけども、100%はできない。明らかにしろという要求、これまで何回もしてきましたけれども、明らかにしていないし、する気はないというか、私たちの意見は取り入れてないという感じですね。 Хидэюки Бан объясняет, что тритий в загрязненной воде может нанести вред ДНК организмов, причем длительное воздействие увеличивает серьезность повреждений. 放出されるのはトリチウムだけじゃないわけです。他の放射性物質も、まあ量は少ないかもしれないけど、出ていくわけですよね。その評価が全然行われないわけ。
例えばストロンチウムも出ていきます。でそういったもののその評価というのが全くされてなくて、なんかトリチウムだけが問題であるようにあえてこうミスリードするようなやり方をしている、トリチウムの生体濃縮についてはあるいは生物濃縮についてはいくつかの論文があると。Basically, if you look at tank by tank, I did this a couple of years ago looking at their data, not mine, but I believe the results, but what they tell me is that each tank is quite different. So one might be very high in tritium, but low in cesium, or low in cesium and high in strontium 90. And so there's a lot of variability. And why that concerns me is if you haven't analyzed all of the tanks, and what you show me are levels that can be 1,000, 100,000 times different between tanks, how do you know what you have that's going in the ocean to plan for? Like how much do you have to dilute this? How long will it take? Кен Бустеллер, океанограф из Океанографического института Woods Hole в Соединенных Штатах. В течение последнего десятилетия он и несколько его коллег регулярно посещали Фукусиму, чтобы исследовать загрязнение морской воды вокруг атомной электростанции Даити. Woods Hole, расположенный на Атлантическом побережье США, крупнейшее в мире частное некоммерческое учебное и научно-исследовательское учреждение в области морской инженерии. Основное внимание Бустеллер уделяет радиоактивным веществам, отличным от трития, содержащимся в сточных водах. They analyze tens of thousands of seafood samples a year, say, for their monitoring program. This is only 1,000 tanks. There are something like 50 main forms of radioactivity, isotopes of concern. Often they're just looking at 7 or 8, they're not doing the full suite. Также еще только предстоит выяснить, как загрязненные воды будут распространяться после сброса в море и в какой степени это повлияет на окружающие страны и весь Тихоокеанский регион. Центр океанологических исследований «Геомар» имени Гельмгольца, расположенный в Киле, Германия, ведущее мировое учреждение в области морских исследований. Здесь был проведен имитационный эксперимент по сбросу радиоактивных веществ. Результаты показывают, что мощные течения вдоль побережья Фукусимы могут распространить радиоактивные материалы на большую часть Тихого океана в течение 57 дней с даты сброса. США и Канада будут затронуты через 3 года, а большая часть мирового океана в течение десятилетия. Океанографы также обеспокоены накоплением радионуклидов в клетках некоторых организмов. В 2021 году профессор Ван Ю из Института наук о морской жизни Китайского университета океанологии и ее команда провели имитационный эксперимент, чтобы оценить, как цезий, типичный нуклид, повлияет на морскую флору и фауну. Их целью было проверить, насколько честно правительство Японии в своих заявлениях о том, что разбавленные воды, сбрасываемые в море, не окажут воздействия на морскую среду и обитающие в ней организмы. Желтое море у восточного побережья Китая – дом для огромного разнообразия планктона, нектона и бентоса. В регионе очень развита морская аквакультура. Здесь выращивают гребешки, устрицы, морские огурцы и другие морепродукты. Профессор Ван выбрала в качестве объекта для экспериментов Mytilus edulis, или голубых мидий, вид, который может предсказывать изменения окружающей среды. 进入到贝类体内以后呢，它会在不同的器官当中富集，比方说血细胞，比方说性腺，比方说消化腺等等。而且随着环境成，就是环境里面色的这个浓度的升高，它这个富集程度是越来越高。所以这个呢，我们这项研究表明，就是低浓度的短时间的这种核物质，典型核素，对生物的确是有影响的。 Итак, что произойдет, если воздействию зараженных морских организмов или загрязненной морской среды подвергнутся люди? Мы считаем, что大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，这是一个食物链的关系。那么生物海洋生物通过这种吃与被吃的这种关系呢，会结成一个复杂的食物链和食物网。那么其实在这条链或者网的顶端就是人类。 所以我们在这个吃或者被吃的过程当中，那么这个核素呢，可以通过食物链的层层传递，
Япония, как единственная страна, когда-либо подвергавшаяся ядерной атаке, глубоко осознает опасность радиации. Тем не менее, власти страны в одностороннем порядке решили сбросить загрязненную радиацией воду в море без согласия соседних стран. Это подвергло риску радиоактивного заражения другие страны и регионы, в том числе Китай, Россию, Республику Корея и Филиппины, а также Тихоокеанские островные государства. Форум Тихоокеанских островов также постановил, что сброс загрязненных вод в море не является внутренним делом Японии. Там настоятельно призвали Токио руководствоваться в своих действиях наукой и актуальными данными. В середине 20 века США выбрали отдаленные Маршалловы острова в качестве места проведения ядерных испытаний. В результате у островитян возникли серьезные проблемы со здоровьем, а местной экологической среде был нанесен необратимый ущерб, и обширные территории стали непригодными для жизни на несколько десятилетий. В Республике Корея многие экологические и гражданские организации также вышли на протесты против решения Японии сбросить загрязненные воды с атомной электростанции Фукусима-Даити в море. На рассвете рынок морепродуктов Булунган в Маниле оживает. Рыбаки из Манилы, Кавите, Батангаса и других районов Филиппин прибывают с дневным уловом. Гилберт Рейес только что продал несколько килограммов камбалы, которую он поймал в Манильском заливе. Но он жалуется, что загрязнение рыболовных угодий сильно сократило размер его улова по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Теперь у таких рыбаков, как Гилберт Рейес, есть и другая забота – планируемый сброс загрязненных вод с АЭС Фукусима в море. Хотя Япония находится за тысячи километров, рыбаки Филиппин уверены, что они живут в одном океане и одной экосистеме с этой страной. Kung malaman po lang na mayroon palang itatapon sa Pacific Ocean, hindi daw yung pagsabog mula sa nuclear plant na mayroon radioactive water, eh baka yung aming mga ating likas na yaman dito sa Manila Bay, eh takot na po kainin ng mga sambayan ng Pilipino at mga consumer. Kasi hindi po ito maganda sa epekto ng kalikasan at sa kalusugan ng mga isda, mga yamang dagat at sa kalusugan ng mga tao. Движение за безъядерный Батаан – неправительственная организация на Филиппинах. Там утверждают, что если Япония пойдет на сброс загрязненных вод в море, морской среде будет нанесен серьезный ущерб, что приведет к огромному риску для здоровья человека. В организации уверены, что решение о сбросе очищенных радиоактивных вод в море – большая ошибка. First, we do not believe that it is treated. The term treated is from TEPCO, so they are also the operator of the Fukushima Daiichi nuclear power plant. And in fact, we condemn the TEPCO for failing, no, for failing to listen to the communities in Fukushima and for its shortcoming in addressing the problem in Fukushima. Организация обратилась к властям Японии с призывом поискать другие решения проблемы загрязненных вод вместо самого простого варианта, который угрожает уничтожением океанов. На заседании Совета безопасности ООН 14 февраля 2023 года заместитель постоянного представителя России Дмитрий Чумаков выразил обеспокоенность своей страны планами Японии по сбросу загрязненных вод с АЭС Фукусима в море. Рассчитываем, что Токио проявит должную степень транспарентности и будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу, и в случае необходимости позволит провести мониторинг. Полуостров Камчатка, Сахалин и Хабаровск на Дальнем Востоке России омываются Тихим океаном. Это важные рыболовные угодья и популярные туристические направления.
все время идут разговоры о том, что нужна больше открытость, но тем не менее не так много, есть часть научных работ, но тем не менее не так много, вот официальных данных не так много. В частности, оценка экологического воздействия приводится только для сухопутной части Японии, потому что это действительно важно для жизни людей, и поэтому она была сделана достаточно тщательно, но тем не менее по морской части нет никакой оценки, и непонятно, какое воздействие уже было оказано на бентос. If we accept that, then each and every polluter in the world can do the same. They can dump toxic chemicals, saying, wow, it will be diluted. They can come back to this old and crime practice of dumping liquid nuclear waste, saying, well, the ocean is so big, it will be diluted. So I don't like this idea. Опасения по поводу сброса загрязненных сточных вод с атомной электростанции Фукусима-Даити настолько глубоки и широко распространены, что в вопрос вмешалось Международное агентство по атомной энергии. Оно направило в Японию 3 группы для изучения ситуации. Однако выводы о безопасности японских планов утилизации радиоактивных вод еще только предстоит сделать. The people from the neighboring countries and the public in general. It has to be fully confident that the agency is working to this independent activity to have a neutral and independent position, and all conclusions that we are going to summarize will be public, with public domain, will be based on the international safety standards. Все заинтересованные стороны единодушно выступают против решения Японии. Но является ли сброс в море единственным жизнеспособным методом решения проблемы загрязненных вод? Эксперты предполагают, что у японского правительства есть 4 других варианта утилизации, а именно испарение в атмосферу, закачка воды глубоко под землю по трубопроводу, утилизация с помощью электролиза, а также захоронение под землей в твердой форме. Из 5 способов сброс вод в море самый дешевый. 日本呢，因为这个行为是最不负责任的，它是采用了最廉价的一种方法。那么实际上，除了这种方法以外呢，还可以有高温蒸汽的方法。这是切尔诺贝利核电站，那么它采用的是这种方法。还有一种呢是电离电解的这种方法。再就是呢，将核废水、核物质固化以后埋葬，这种方法呢都是可行的。 其中固化的这种方法呢，应该是危险性比较小的一个方法，但是呢，它的成本是最高的。所以呢，方法有，但是呢，成本不一样。Япония приняла одностороннее решение о сбросе загрязненных вод в море. Это дешевле всего в финансовом плане, но затраты с точки зрения ущерба окружающей среде, здоровья и безопасности людей будет нести весь мир. Своими действиями Япония игнорирует обязательства по международному праву и по Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Статья 192 Конвенции предусматривает, что государства обязаны защищать и сохранять морскую среду, а пункт 1 статьи 194 говорит, что государства-участники принимают все меры, которые необходимы для предотвращения, сокращения и контроля загрязнения морской среды, используя наилучшие практически осуществимые средства, имеющиеся в их распоряжении и в соответствии со своими возможностями. 日本动辄也是谈规则的，动辄呢跟着美国的步伐谈所谓以规则为基础的秩序，但是很明确的是，不管是在排污的问题上，还是呢在安全。 军事、战略等问题上，当他们这些国家谈规则的时候，所谓的规则只是他们的小团体的加法帮规，而并不是国际规则。所以呢，在排污的问题上是再一次展现出的对国际规则的绑架所带来的恶果。 И Япония продолжает приготовление к сбросу загрязненных вод в море. Оборудование, необходимое для операции, было запущено 17 марта. На Фукусиме люди чувствуют себя в ловушке, не имея никаких вариантов выхода из отчаянной ситуации, в которой они оказались. Thank you.
По мере приближения даты сброса загрязненных вод, японское правительство продолжает сталкиваться с критикой этого решения внутри страны и за рубежом. Но оно по-прежнему не подает никаких признаков того, что готово действовать ответственно и прозрачно или искать лучшее решение проблемы, несмотря на потенциальный ущерб, которым его действия угрожают общему дому всего человечества.